В 2018 году на Ямале приступят к реализации двух крупных инновационных проектов. Один из них – строительство санатория на территории Губкинского. Соглашение о реализации этого проекта было подписано в ноябре на дне инвестора, главой города Сергеем Бурдыгиным и индивидуальным предпринимателем Ксенией Нухкадиевой. Сейчас ведется работа по решению административных вопросов, касающихся выбора земельного участка для строительства. О том, какие услуги будут предложены жителям города после реализации проекта, в комментарии Ксении Нухкадиевой. Это будет изначально и проживание на очень хорошем уровне, и также проживание именно с лечением. Направление неврологии мы однозначно оставляем. Здесь оно будет, потому что мы уже его развили, в принципе, оно на очень хорошем уровне. И берем еще одно очень хорошее направление – это аллергология и иммунология. У нас есть специалисты именно по этому направлению. Сама диагностическая база, она у нас очень хорошая. Санаторий – это третий проект Ксении Нухкадиевой в сфере медицины. 5 лет назад индивидуальный предприниматель открыла в Губкинском медицинский центр. В прошлом году на базе спортивного комплекса был открыт центр реабилитации.